Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, описание к этим работам по книге «Великие музеи мира». Ян ван Эйк, Мадонна канцлера Николя Ролена, 1435 год, дерево масла 66×62. Своим названием картина «Мадонна канцлера Николя Ролена», созданная одним из основоположников Северного Возрождения, фламандским художником Яном ван Эйком, обязана заказчику, бургундскому канцлеру Николасу Ролену. Канцлер является действующим героем композиции. Он сидит напротив Девы Марии, а младенец благословляет его. Прекрасно написано архитектурное окружение, сквозь легкие арочные проемы которого открывается дивный вид на небольшой садик, символизирующий непорочность Богородицы. Пространство убегает вдаль. Пейзаж дает дополнительную характеристику образом. За Роленом виднеются жилые дома, а за Девой Марией – церкви. Ну, такое описание к работе «Мадонна канцлера» Николя Ролена. Автор Ян ван Эйк, 1435 год. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.